Всем привет! Автоателье Корвус Голд, Нижний Новгород. Сегодня мы приступаем к покраске алюминиевых деталей для квадроцикла. Петр, владелец квадроцикла, которым мы красили обвес цветом Валентина, Раптором красили, изготовил самостоятельно вот такую конструкцию. Это передняя часть квадроцикла, и это будет защитой вынесенного наверх на багажный отсек радиатора. То есть здесь будет радиатор вынесен перед рулем. Вот это защитный кожух получается. Вот эта штучка, вот эта деталь будет вот так вот ставиться наверх. И плюсом еще, если мы сейчас развернем, вот сюда будет еще щиток приборов. Петр сам все сконструировал, разработал. И вот так вот. Какой квадроцикл, я вам не расскажу, просто не знаю. Здесь будут приборы перед рулем, все рассчитал, лазером все вырезали, потом все согнули, заварили, и вот он привез на покраску. Так, ну и как красить Раптором алюминий. Так, ну для этого нам понадобится всего лишь один грунт Acid 8, Юпол Acid 8. Вот. Чем он хорош? Этот грунт специально разработан. Он как бы кислотным называется. На самом деле это не кислотный грунт. Там есть кислотные добавки, которые разрушают пленку. Вот. Почему именно этим грунтом надо? На алюминии взаимодействие с кислородом появляется пленочка. То есть на металле мы это видим в виде ржавчины, окислитель, а на алюминии ржавчины нет, то есть окисление в виде пленки происходит, то есть пленочкой покрывается алюминий. Вот. И впоследствии, если вы покрасите без такого грунта, у вас грунт может отслоиться просто от этой пленки окисленной, и все. Данный грунт Acid 8, он разрушает эту пленку, и адгезия хорошая с металлом. Он не только для алюминия, но и с железом также взаимодействует. Если у вас железо постояло там денек-другой, на нем уже есть пленка, в любом случае, тогда используйте вот как раз Acid 8. То есть сейчас матируем. Глянец у нас присутствует. Матируем весь алюминий. Красим мы только снаружи детали. Вот. Петр пометил какими цветами. Здесь у нас будет черное. Это изнутри он пометил. Эта деталь черная, большая деталь тоже черная. И Валентина в цвет пластика будет вот именно эта деталь. Вот как-то так. Значит, сейчас матируем. Заливаем грунтом. Грунтом, естественно, с обеих сторон, изнутри и снаружи. Надо обязательно алюминий защитить от окисления. Вот, ну и потом снаружи красим Раптором. Что получится, я уже покажу в готовом виде. Так, ну все у нас готово. Готовая конструкция именно вот так вот будет устанавливаться на мопед, на какой-то. Я ничего не прикрутил, тут держится на соплях все. Я так вот для понимания навесил чуть-чуть. То есть это вот со стороны руля будет вот так выглядеть.
Здесь будут приборы. Ну, я думаю, симпатично все будет выглядеть. Так, ну и с обратной стороны, блин, я переживаю, чтобы вот этот вот не упал, я ее уберу. Так, с обратной стороны надо аккуратненько развернуть. Бляха. Это со стороны фар. Вот так это будет выглядеть. Ну, вроде все рассказал. Еще раз по процессу покраски. Алюминий матируем скотч брайтом красненьким, вот таким. Дальше обезжириваем, наносим Acid 8, грунт протравливающий, и на него уже наносим Raptor. Сначала заливаем цвет на грунт с помощью пистолета грунтовочного, двойку или 2,5 можно дюзу, вот, а дальше уже обычным юполовским пистолетом для антигравия наносите структуру на давление 3,5 атмосферы. Вот такая вот шагренька получается. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. Если какие-то вопросы возникли, задавайте, обязательно отвечу. Добавляйтесь в группу ВКонтакте и на драйв. Всем добра, фортуны и бабла!